Поддержка, не слышно? Быстрее, выше, сильнее. Самые ловкие и сплоченные семьи участвуют в спортивных баталиях. Семейный десант «Радио Лемма» уже второй год подряд высаживается на базе отдыха «Комета». На этот раз честный отбор прошли 7 команд. Для участия в конкурсе каждая из них должна была отправить свою фотографию и небольшой рассказ о себе. Но это было лишь начало состязаний. Наша команда «Чургинские экстремалы». Тепленькие, лыжная семейка, арсеньевский десант, скороходы и другие абсолютно разные оригинальные названия. Их каждая команда придумала заранее. Это задание – визитная карточка участников. Затем разминка. Йоу, команда номер 2 зажигает. Это я вижу уже. Да, глядя на них, все остальные подключаются. Крутяк. А после метания ядра, прыжки на снегу со скакалкой, гонки на тюбингах, задания на смекалку, конкурсы «Последний валенок» и новое и, пожалуй, самое интригующее для семейного десанта состязание под названием «Чужая ноша», в котором участникам пришлось ненадолго поменяться с женами. Бывали и, что называется, моменты особенно напряженные. В борьбе за первое место команды то и дело уступали друг друга лидирующую позицию. Одних из колеи выбивали гонки на тюбингах, у других валенки улетали хоть и хорошо, да только не в ту сторону. Жанна доказывает, что все-таки женщина в доме хозяйка и главная по стрельбе из валенка. Поехала! С юмором и активными состязаниями время пролетело незаметно. Пока жюри подсчитывало баллы, команды с нетерпением и с волнением ждали итогов соревнований. Ведь на кону был главный приз – настоящая моторная лодка. А это мечта каждой семьи, которая ведет активный образ жизни. Перед тем, как озвучить фамилию победителей, всем участникам вручили приятные подарки от «Радио Лемма» и их партнеров. Семья Гатаулиных из Спасска в конкурсе «Семейный десант» участвует не в первый раз. В прошлом году заняли второе место, а теперь радуются победе в соревнованиях. Нам все понравилось, мы так рады. И самое главное, что мы добились главного приза, о котором мечтали. Остальные десантники радовались не меньше победителей, ведь главное не победа, а участие. Например, семья Ивашкиных не пропускает ни одного конкурса от «Радио Лемма». Было очень весело, здорово. Спасибо огромное за призы. И за хорошее, конечно, настроение. Просто вырвались из дома, отдохнули, и на тюбинках накатались, и насмеялись, и размялись, и отжались, и попрыгали даже на скакалке. Спасибо. Организаторы, в свою очередь, тоже благодарят участников и обещают, что следующие конкурсы будут не менее интересными. На следующий год, конечно же, мы планируем провести семейный десант. Мы очень ждем новые семьи, новые лица. В этом году мы их также увидели. И всех ждут также интересные конкурсы, веселье, конечно же, очень хорошие подарки. Кроме хорошего настроения, каждая команда увезла с собой и грамоты на память об участии в конкурсе. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.